Да-да, да, Вадим Николаевич, все отправил с курьером, скоро будет. Ждите. Ага. Сори. Да шеф звонил. Запар, как всегда, перед отпуском. Ты фотки-то видел уже? Смотри, пробку собрал. Убирай машину. Ну, офигенно, отель, я тебе говорю. Только чемодан не бери свой дурацкий. Ладно, все, я выезжаю, паспорта проверю. Пожарные приехали почти сразу. Только все машинами заставлено было. Хорошо, мужики нашлись, начали растаскивать. Все равно не успели. Ты задохнулся, сын.